Здравствуйте. У меня под видео очень часто возникает вопрос, как меня найти? Как меня найти в той или иной соцсети? Я пишу, могут найти, дайте ID. Дело в том, что ID, допустим, в Одноклассниках у меня лимит, и я не могу никого уже добавлять в соцсеть. Вот обратите внимание, ко мне поступило 3 запроса. Я пытаюсь их принять, но все, у меня лимит. Но я могу прекрасно принять вас, друзья. Шапка канала. Это вот эта главная панель моей страницы. Тут есть, смотрите, контакт, Одноклассники, Facebook, Mail и мой второй канал. Если мы нажимаем вот так, появляется ссылочка, и вас перекидывают на мой канал, мою страницу ВК. Так же само с Одноклассниками. Вы нажимаете один раз, и вас перекидывает. Facebook тоже есть. Очень удобно. А тут уже вы можете добавляться в друзья. Mail тоже присутствует. И, конечно же, ссылка на мой второй канал. Если вы играете в ежики, в родину, пасьянсы или какие-то другие игры, вы можете попасть сюда. Так же само на моем втором канале есть так же само все эти ссылки. Нажимая на них, вы опять-таки попадаете на меня в разных соцсетях. Это все, что я хотела рассказать. Добавляйтесь, и мы будем играть вместе. И на этом все. До новых встреч.